Думаю, многие, кто играл год назад или дольше, помнят, что 25 марта 2023 года нам добавили подвал. Не тот подвал, о котором вы подумали. Нам добавили подвал, где вы могли пройти лабиринт и получить вот такой вот бейджик. И если вы умрете, вы могли купить вот такого вот монстрика. Сегодня нам вернули эти вещи. Да, вышло обновление, и оно очень классное, серьезно, мне оно нравится. А к минимум потому, что сюда вернули флэшбэк, легендарный флэшбэк, который вы могли только увидеть. И еще они вернули очень легендарную карту. Ё-моё, наконец новое обновление, я уже тут. Тут флэшбэки вышли. Ого. Давайте пойдем на Russian. Вместе с челиками посмотрим, что добавили. Если там, конечно, кто-то будет. Стой. Это тень так падает или... Ну, ё-моё. Зеленело листва уже. Представляете? Лето еще не наступило, а все листва уже зеленое и... И зеленое. Тогда погнали смотреть, в принципе, что изменилось. Давайте на счет три. Раз, два, три. Ё-моё, вы только посмотрите на это все, сколько тут косметики. Просто глаза разбегаются. Это фаербол. Ё-моё. То есть его добавили все-таки. Что, думаю, не понял, это что такое? Это можно типа DLC примерять? Прикольно. А я не хочу. Табличка стоит, как обычно. И здесь ничего нет. Видимо, у нас только маленький флешбэк. А что у нас здесь вот? Есть викинг такой. Маг. Вот это вот. Музыка. Всякая тут. О, то самое колечко. Я его помню. И насколько я помню, год назад, когда я проверял это колечко... Ну вот, возможно, видите этот момент сейчас, если я его откопаю, конечно, в своих старых видео. Чё шипишь на меня? Есть какие-то волосы, лицо, бейджика, а я, кстати, бесплатно его получил. Видите, я еще год назад его бесплатно забрал. Где он у меня тут? Вот он. Вот, я его год назад бесплатно забрал. Этого чубрика, кстати, можно раньше было в подвале, в паркуре. Ой, в паркуре, блин, в лабиринте получить. Ё-моё, уже год прошел, а как говорил паркур, так и говорю вместо этого лабиринта. Так, это, конечно, все классно, но мне интересно заценить заново вот эти все инструменты. Что за встреча, пупсик, здорово! О, привет, привет. Сделали то, что даже я с ними могу взаимодействовать. Смотри, какой бит жесткий. Все, закончилась музыка. Ё-моё, чё оно так провисло-то? Ё-моё. Да ну. Не, вы шутите. Ё-моё, ё-моё, это старые Киевы. Да ну. Очень классно. Просто такие воспоминания нахлынывают, когда вот хожу здесь. И здесь мелкие челики были. Ну, сейчас их нет почему-то. А вот здесь был момент из страшилки. Я помню, как я здесь сидел. Нажми. О, прикольно. Кстати, тут что-то есть. Год назад в своем старом видео, опять-таки, я просто делаю кучу флешбеков на свои старые видео, вон сейчас, про мини-игры. Я говорил, что здесь можно много мини-игр было играть на этой карте. Здесь ничего нету, нужно перезайти. Во, я включил ее. Да, все, теперь возьму. Ну, давай, удиви. И ничего... А, во, Get Out. Ты чё мне угрожаешь табличкой? Короче, нечисть и нечистая, выходи сюда. У меня есть банджи, я буду защищаться. Ищи, надо искать где-то в углах. Оно может быть там, где база. Оно может быть вот тут вот в вагонетке. Короче, ищи эту... Вот оно может быть вот тут вот на кристалле висеть. Короче, ты должен услышать женский крик. Ну не должен, а если все сработает. Я не хочу. В старом Грилтаге было страшно, не то что в вашем новом. Как, смотри, как, короче, поплюсь. А, вот, беги! 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 Все, оно где-то здесь ходит теперь. Смотри, там маленькая типа Люси.
Да я видел. С красными глазами. Когда она кого-то увидит, то она будет как трактор. А! Оно ползет! Оно ползет! Вот трактор! Отстань от меня! Трактор! Вот лично по моим воспоминаниям, я примерно так себе в этих шахтах и ощущал раньше. На превьюшечку, на превьюшечку, превьюшечка. А, нет, 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 нет. Превьюшечка. Эй, его унесло. Я не буду сюда смотреть, ты смотри. Ё-моё. Я слышу этот трактор. А, трактор, трактор. Ё-моё, где оно? А, сижу я такой, сижу я такой. Потом я... Привешечка, привешечка, привешечка! Думаю. Куда ты меня закинула?